своими глазами. Титул «Мисс Молдова 2019» завоевала 19-летняя уроженка Тирасполя. Минувшим вечером в Кишиневе выбрали самую красивую девушку страны. Лучшей по итогам конкурса стала 19-летняя уроженка Тирасполя Елизавета Кузнецова, передает журнал МД. Помимо титула и короны, победительница получила квартиру от одного из спонсоров. Елизавета Кузнецова представит нашу страну на международном конкурсе «Мисс Мира 2019». Всего в конкурсе принимало участие 28 девушек в возрасте от 15 до 24 лет.